На конкурс. Дети читают стихи. Свое любимое стихотворение рассказывает. Петрова Анастасия, 15 лет, ХМАО, город Сургут. Борис Леонидович Пастернак. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок, цвели бы липы у них подряд, гуськом, в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого лука.